Добрый день, друзья! Сегодня готовим быстрое медовое печенье. В миску вбиваем одно яйцо, добавляем щепотку соли, всыпаем 2 столовые ложки сахара и вливаем 2 столовые ложки меда. А также добавляем 4 столовые ложки растительного масла без запаха. И 1/3 часть чайной ложки соды. Тщательно перемешиваем смесь до однородного состояния. Я бы сказала, даже немного ее взбиваем. Затем всыпаем 180 грамм просеянной муки и замешиваем тесто. Если хочется ярко выраженного вкуса и аромата меда, то сахар не кладите, а меда добавьте в 2 раза больше. И если будете класть только мед, то муки может уйти чуть больше. Ориентируйтесь на консистенцию теста. Оно должно получиться очень мягкое, эластичное и не прилипать к рукам. От теста отщипываем небольшие кусочки, приблизительно с грецкий орех или чуть больше. Скатываем из них шарики и кладем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Каждый шарик теста пальцами немного приплющиваем. Затем берем кухонный молоточек и надавливаем им на тесто. Остается красивый рисунок, который и после выпечки будет прекрасно смотреться. Отправляем печенье выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут. Печенье в духовке не передерживайте, иначе оно будет твердым. Даем печенью остыть и подаем его с чаем, молоком или компотом. Оно получается очень вкусное, мягкое, рассыпчатое, с легким ненавязчивым ароматом меда. Печенье я пеку очень часто, поэтому если у вас есть ваш любимый и проверенный рецепт, поделитесь им, пожалуйста, со мной в комментариях. Я люблю пробовать новые вкусы и всегда делаю выпечку разной. А вы пробуйте приготовить мое медовое печенье, и если понравился рецепт, поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».